вторая победа подряд, поздравляю. Но матч был очень непростым, согласись. Согласен, спасибо. Команда заслужила эту победу. Я думаю, сегодня все были на поле просто как львы, я скажу так, наверное. Все сражались до конца. И я думаю, что мы заслужили победу, да, просто что Славия непростая команда, играет в футбол. Но все очень рады, что победили и порадовали наших болельщиков. Были моменты в первом тайме, еще до того, как ты забил гол, чего вот не хватало в тех моментах, когда, вот, казалось бы, совсем-совсем вот близко? Ну, наверное, реализации не хватало. В принципе, во втором тайме много контратак таких неплохих было, которые можно было довести до счета 2-0 и уже как бы спокойнее доигрывать. Но не получилось. Будем работать на тренировку. Возможно, сегодня случился лучший гол этого сезона. О чем ты думал в тот момент, когда к тебе летел мяч, когда ты уже готовился складываться? Не знаю, это спонтанное решение было принято. Как-то, я даже не знаю, доли секунды какие-то. Раньше что-то такое в карьере случалось? Наверное, нет. То есть первый гол такой дебютный. Главное, что победный для команды. Как сейчас у тебя состояние внутри? Насколько вот эмоции сейчас положительные? Либо все довольно спокойно? Для нас сейчас каждая игра такая очень важная. То есть нам нужно догонять лидеров, наверное. И прибавлять с каждой игрой. Самое главное, вот, в принципе, нельзя терять очки уже. Следующий матч играем против «Энергетика». Сильная команда по этому сезону находится вверху турнирной таблицы. Уже какие-то мысли есть по этому поводу? Как настраиваться, как готовиться? Ну, пока еще нету. Я думаю, что тренер расскажет, как надо играть против этой команды. С победой! Спасибо!